Во дворце «Спортовидное» проведена плановая учебная тренировка в рамках антитеррористической комиссии муниципалитета. Учреждение ежедневно посещают большое количество людей, поэтому действия сотрудников и службы безопасности в экстренных ситуациях должны быть отработаны на высшем уровне. Посетителям и сотрудникам дворца спорта выходить в сторону главного входа. Мобильными телефонами не пользоваться. По легенде, на служебном входе был обнаружен подозрительный предмет с признаками взрывного устройства. Для обезвреживания привлекли различные службы. После оповещения все находившиеся внутри здания люди были эвакуированы на улицу в безопасное место. В ходе тренировки проверена слаженность работы экстренных служб, работы службы охраны, а также проведена эвакуация посетителей и персонала объекта. Во дворце спорта трудятся более 60 человек. Учебные тренировки в учреждении проходят каждый месяц. Это вырабатывает и мышечную память, и понимание, куда двигаться у всех участников спортивного процесса во дворце спорта. В основе своей несем за это ответственность мы, как сотрудники дворца. Наша обязанность эвакуировать всех, находящихся в здании. Сотрудники отдела по территориальной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами администрации Ленинского городского округа отметили, что по итогам профилактического мероприятия были отработаны все действия персонала в случае чрезвычайной ситуации в полном объеме.